Передвижная приемная «Справедливой России» не попала в Ильинское Хованское. Странный инцидент произошел 21 мая. Газель с логотипом «Справедливый Россов» остановил в поселке человек в форме подполковника. Представиться он отказался, однако партийцам велел покинуть Ильинское. Беседу «Справедливый Россов» сняли на видеокамеру. Теперь это главное доказательство в предстоящих разбирательствах. Руководитель регионального отделения партии Павел Попов уже написал обращение к начальнику областного УМВД и прокурору Ивановской области. Кем был этот человек в форме и почему он так себя повел, предстоит выяснить. Им было буквально заявлено, вы знаете, я не могу просто так сказать от себя, буквально следующие слова. Здесь принимают только единую Россию, других, чтобы никого не было. С этими словами он потребовал закрыть общественную приемную и убраться с территории Ильинского района. Конечно, наши работники не хотели никаких конфликтов, они сделали так, как им было рекомендовано.